Абрамцево, оно вообще необыкновенное место со своей аурой, со своим течением, знаете, времени. Попадая сюда, вы просто теряетесь, совершенно не контролируете ни время. Вот тот период, оказывается, он настолько, вот как будто вы только пришли, а может пройти час, два, три, и вот то, что постепенно приезжают, работают. Очень часто видишь не только молодежь, знаете, школьников, которые приходят с мольбертами, пишут, делают какие-то зарисовки, но и приезжают убеленные сединами художники, которые, может быть, когда-то бывали здесь, в Абрамцево, но их опять потянуло, и это приятнее вдвойне.